Доброго времени. Видео на скорую руку об открытии такого two-pack, double-pack кассет от корпорации Axia, элитного подразделения компании Fuji. Это предтоповый нормал кассеты, 70-минутный номинал. Всего по номиналам выпускалось в диапазоне от 10 минут. Дальше кратность идет 46-50, 54-60, 64. И это 70-минутка, вот у нас хайлайтом сделана красным. И 90 максимальная продолжительность именно в этой серии. Здесь Super Slim кейс идет, сверхтонкий. И кассету можно вставить только определенным способом, то есть узкой частью можно вставить в ту сторону, где J-карта делает вот такой сгиб в виде буквы J, если смотреть в профиль. Ну и, в общем-то, вот так такой дизайн красочный в виде переливающегося полярного сияния. Вот только очень все это насыщено красками. Кассета производилась для внутреннего японского рынка. У нас это, конечно же, в наших краях огромный раритет ввиду того, что, собственно, они просто физически сюда не доходили, не попадали. Может быть, за исключением каких-то людей, заезжих, приезжих, либо командировочных в свое время. Но это были уже 90-е годы. Поэтому, возможно, и проникновение кассет на рынке, так сказать, бывших соцстран. Ну и откроем, посмотрим, какая индивидуальная упаковочка каждой кассеты. Вот здесь есть такой зацеп ленточки, которую мы можем подцепить ногтем и, собственно, потянуть за упрятанную ленту, словно как в пачке сигарет. И мы видим, как она ровненько открывается благодаря ленте, которая идет по всей линии надрыва. И таким образом мы можем снять упаковку аккуратно в этой части, ну и, соответственно, в другой части тоже. Можем даже, наверное, как-то попытаться вытащить ее, не надорвав упаковку, но все очень качественно запаяно, поэтому я буду разрывать. В общем, мы видим, что дизайн самой кассеты в индивидуальной упаковке повторяет дизайн внешней упаковки дабл пака. Вот мы разорвали так красиво, и в каком же они нетронутом и первозданном виде предстают эти кассеты. Какое-то несоизмеримое наслаждение, скажем, понимать, что вот такая красота, и ты к ней прикасаешься, и посмотрите, как она играет глянцем, как отражаются предметы окружающей среды, небо, облака. Вот штрих-код японский, Axia K1A, 70-минутка. Ну вот в таком она девственном состоянии оказывается. Меня попросил человек разделить эти кассеты на несколько штук, и заодно я решил заснять тот момент, что каждая кассета находится в своей индивидуальной упаковке с неповторимым дизайном. В общем-то, мы видим иерархию этих годов выпуска кассеты. Самое начальное — это A1, дальше JZ1, PS1, K1 и топовая AU-1X. То есть вот это самое высшее. Все эти кассеты, естественно, у меня есть в наличии в различных номиналах. Но вот, кстати, K1 вот именно в таком дизайне не было. Были в дизайне с ромбами, такими бирюзовыми. Тоже отличнейшие кассеты, но там корпус идет не slim, а именно в этом дизайне они решили сделать super slim кейс. Ну, такая кассетка, точнее кассетки, две штуки, абсолютно стерильные, новые. Прикасался я к ним очень
аккуратно, бережно, стерильными, чистыми руками. Они будут сейчас упакованы. Благодарю за просмотр. Всем пока. Счастливо.